Я приподнялся с кровати в темноте. Какой-то шум вырвал меня из объятий сна. Я потянулся к тумбочке, чтобы развернуть будильник. На нем тускло светились цифры 3 часа ночи, я простонал. Ведь сейчас я должен был сладко спать. Забыв, что заставило меня проснуться, я отвернулся к стене, поудобнее устроился в постели. Звук раздался вновь. Глухой шлепок шагов на чердаке прямо надо мной, громкий и намеренный, как будто кто-то разгуливает по чердаку и хочет заявить о своем присутствии. Я вскочил с постели, сердце мое бешено стучало, кто-то был в моем доме. Шаги стихли над шкафом. Я стоял посреди темной комнаты. Свет от часов освещал только тумбочку, на которой они стояли. Я медленно вышел из комнаты и пошел по коридору в сторону чулана. Из него я достал старую биту, снова вышел в коридор, стал наблюдать за лестницей, ведущей на чердак. Кем бы ни был мой незваный гость, ему было не уйти. Я задержал дыхание, прислушался к шуму. Ничего. Я медленно подошел к лестнице, на чердаке горел свет. Я не помнил, поднимался ли я сегодня на чердак. Может быть, я сам забыл свет выключить. Тихо, насколько это было возможно, я поднялся по лестнице и заглянул в тесный чердак. И увидел, там никого нет, только старый хлам. Я вздохнул с облегчением. Наверное, мне почудилось. Ведь когда ты один, в темноте и в доме часто мерещатся разные звуки. Я усмехнулся, выключил свет и вернулся в кровать. Я едва закрыл глаза, когда снова раздалось шлепанье. Такое же громкое, как раньше, но на этот раз ближе к центру комнаты. Я вскочил, скорее злой, чем испуганный, и бросился вверх по лестнице с битой в руке. Пинком я перевернул коробки, ударил по куче старой одежды, ничего, и массировал виски, спускаясь по лестнице. Наверное, слишком много нервов трачу на работе. Наверное, завтра лучше взять отгул. Подойдя к двери в свою комнату, я почувствовал себя как-то странно. На меня нахлынул необъяснимый страх. Я остановился, протянув руку до дверной ручки. И тут же одернул себя. Я веду себя глупо, мне надо поспать, мне станет легче. Потеряв переносицу, я включил свет, лег в кровать, шлеп. Я резко оторвал руки от лица и посмотрел на потолок. Теперь при включенном свете я его увидел. Его тело казалось насмешкой над человеческой формой. Оно было согнутое и перекрученное. Голова повернута под неестественным углом. Пустые провалы на месте глаз. На моих глазах оно шлепнуло ладонью по потолку и потянулось ближе ко мне. Шлеп! У меня вырвался панический смех, когда оно разбило лампочку на потолке и погрузило комнату во тьму. Нет, нет, я не сошел с ума, но откуда же мне было знать? Шлеп, боже, оно ходило по потолку.